Давай, Любочка. Буду смотреть, как она мне... Почему мне вот плохо? Ближе резкости как-то не очень. Резкости нет, ну-ка. Так, что, куда складываем, Лена? А, давай. Так, разделка. Вот здесь, вот, смотри, вот, вот тут сверху подай этот ящичек. Вот красный, да. Или, или нет, железный, Таня, вон железные. Вот тут другую синюю дверь открой. Так же вот сюда. И вот два железных, давай. Тань, ага. Подержи, я это самое положу. Так, происходит у нас разделка рыбы. Повар Смольникова Любовь Леонидовна проводит мастер-класс. Не Любоньку снимайте рыбу. Моя сестра. Пожалуйста, рыба, рыба. Так. Она ее разделывает в правильных случаях ровно за 9 минут. Не, 9 это много, я сказала. Минут 7. За 7 минут, 7, да? 7 минут. Сейчас она это, конечно, все делает не спеша, в домашних условиях. А вообще это происходит 7, я даже много сказала, 4 минуты. Вы же вместе работаете, знаете, сколько, да, 4, она по времени делает. 4 рыбину. Минуты. 4 минуты? Да, да. Вот это да. Это уже с солью, с перцем, с лимоном, с зеленью. Да ты чего? Уже лежит в холодильничке. Да ты что? 4 минуты рыбы, вот это, Люба, ты даешь. Ну, Люба, она на все руки. Да, мамочка, да? Да, на все руки мастер, видишь? Ой, Люба. Мама приехали тоже к нам на дачу с моей сестренкой. Танечка. Танечка. Моя младшая сестренка Танечка. Приехали. Танечка, не стесняйся. Укольчики. Да, 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 наводим красоту. Лена. Танюшечка. Красавица наша. Дай, дай вот так тогда. Вот, так что давайте будем сейчас... Лена, мы что, ее солить будем? Солить сразу. Солить. А что, как ты говорила? Ты я засолила. Пленочку. Ну и все, и пленку уберем, и ничего ей не будет нормально. Все, я засолила сразу. Мне осталось-то тут всего ничего. Да. Две недельки. Две недельки. То есть, у тебя нет разносика? Есть. Ее бы вот сейчас до позднего вечера тебе подержать. Чтобы засолилась немножко. Просолилась, да, соль растаяла. Хорошо, все сделаем. Сейчас мы ее... Ой-ой-ой. Да, мама, вот, видишь. Я купила ее 2600, отдала. Она была по 620 рублей, скидочка. А так вот, вот хорошо, в магните 1000 рублей. Хорошо. Ничего, по скидке нормально. Мы же любим семгу. Мы ее, конечно, редко берем. Вообще, а Люба ну, часто. Хорошая. Люба часто Лен, берет, ну давай да? Разнос. Разнос давай. Тань, дай разносик скорее. Вон Танечка, он. Дай ей разносик. А что, вот такой в шире нету? Есть, есть. Ну все, клади вот сюда, Таня. Тань, так, дай ей пока вот этот. И вот загляни вниз под этот. Вот синее, синее туда, там большой. Не, на полу, на полу. Вот. Там противенечек, Тань, такой железный есть. Нету, Лена? А все, все, Лена, пойдет это. Ну, давай, пока вот это тогда. О, как хорошо. Вот, Люба. Крупной солью морской. Это вообще самое... Люба, откуда ты вот соль знаешь, сколько надо? Просто засыпаешь вот так? Рыба возьмет столько соли, сколько и надо. Как сало, да? Да. Слышишь, дедушка Хванас у нас рыбак. Я, да, дед у нас был рыбак хороший. Ездей всегда нам. Что еще? Лена, а кто тебе ножи точит? Уж больно у тебя нож хороший. Ну, у меня есть, наверное, пока еще. Супруг. Точит. Дома, конечно, сама точу. А здесь ножи большие. Как разозлиться, так точит, точит. Ой, психанет, так наточит, что я потом изрежу все пальцы. Вот, смотри, как остренький, какой нож. Да, да, нож эти у нас прекрасные. И на уху посмотри, сколько конечно, останется. Останется, да? И голова, и вот эти, что там, животики всякие, да. Плавнички, вот это все пойдет потом на уху. Люба, а ты сколько взяла дочери на свадьбу? Три рыбины? Три рыбины. О, три рыбины взяла. И все уже разделаны. Ну, у вас будет 80 человек. Представляешь, 80 человек. Что, животик на уху срезаем? Давай, давай, это на уху. Второй день это вы будете ж на даче делать. И все пойдет на закуски, да? Три да. Рыбины полностью. Конечно. Все, ты уже все эти кости все убрала. У тебя зофили. Все. Какая красота, Люба. А у меня аж слюнки не потекли. Говори, ага. Ну как вы ее отдали этого человека? Какого? Не знаю. А вон, Любу, как Таня. Как получилось, что мы ее отдали ага. С ЗСМа? Да, да, да. Таня, Люба, отдали. Ты такая молодец.
Все, все, ой, она мне... все. Лена, вот все. Все. Ну, сколько смотри. Прошло? Минуты 4, да? Смотри, так. Я ее потом, вот она у меня так, соль Лена, растает. 4 минуты. Потом смотри, вот этот кусочек ложишь к этому. Так, вниз. Вот. Или можешь хвостик к хвостику. А, друг на друга. А это с этим. Да. И потом плотненько заворачиваешь. А, вот такие большие куски прям завернем. Крупными, да. Да. Пусть да. У меня до вечера все лежит, и потом завернем. Оно у тебя подтает сейчас прям с... Давайте в кулечек пока руки держу. Вот, Таня, пакет разверни. Кого ты. В кулечек? А кого в кулечек? На уху. А, вот, Танечка, вот, а, вот, все, вот сюда. Все. Люба, ну, да. Руки, это она нам голову... Держите. Куда, Танечка, держу тебя ручки. Давай. Вот, это у нас потом на уху наварим, да? Ну, конечно. Вот, классно. Слушай, и уха, и нарезка, и... Люба, ты могла бы мне голову пополам разбить? А, сразу? В смысле, жабры убрать? Да, да, убрать сразу. А? Ой, дайте ножик, а. Я уж раз ты, у меня руки у тебя, как говорится, дай, грызли. Дай ножик. Сделай мне уж сразу, чтобы я только потом достала и все. Вы же это все хорошо, повара, а я всегда знаете. Наполовину разрезаю? Да, да. Я тоже пополам разрезаю, но у меня почему-то на ее сил не хватает. Я сразу без жабр. А, ты сразу их вот так, да? Я сразу убрала. Вот, вот. А я вытягиваю руками, вся изрежусь. Нет. Молодец какая. Танечка, ну ты же тоже вот так же делаешь. Всё, Лена, да? Точно так же. Точно так же. Вы же вместе работаете. Конечно. В столовой, вы знаете. Только Люба за 4, но я за 2,5. Я ж помоложе на 3 года. Да, ты пошустрее, да? Кто помоложе? Танечка. Все, Люба? Сейчас я... Во, сразу кусочками все, чтобы мне потом уже с ней не возиться. Конечно, правда.